9 июля 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин попытался фальсифицировать историю Грузии. Он сказал, что в 1919-20-х годах грузинские войска жестко вели себя в Осетии. По утверждению Путина, имел место геноцид осетин. 31 июля 2019 года Цхинвальский оккупационный режим обратился к российским властям с просьбой признать геноцид осетин со стороны Грузии. В сентябре того же года в Российской Думе была создана рабочая группа по изучению этого вопроса. Сегодня в Осетии годовщина скорбной памяти. Памяти одной из самых трагических страниц истории – геноцида, совершенного Грузией в 1920 году. В оккупированном Цхинвали 20 июня был объявлен днем геноцида. Насколько соответствует реальность заявлениям Кремля? В изучении этой темы и в установлении исторической правды нам поможет историк Дмитрий Силакадзе. Он будет в каком-то смысле нашим проводником. Позади меня оккупированный Цхинвали. Отсюда до города меньше 1 километра. 20 сентября 1990 года в этом городе Совет автономного округа Южной Осетии события 1920 года назвал геноцидом. Это очень тяжелое обвинение, и потому очень важно установление истины, основываясь на опубликованных или не опубликованных документах. В целом, установление истины и разговор об этом, как бы ни было тяжело, необходимо. Хотя бы потому, что не дать возможность пропаганде манипулировать историей и фальсифицировать ее. Согласно резолюциям и конвенциям ООН, геноцид – коллективное насилие против человечества, которое имеет целью полное или частичное истребление национальных, этнических, расовых и религиозных групп. В истории 20 века самые известные примеры геноцида – это истребление нацистами во время Второй мировой войны 6 миллионов евреев и уничтожение в 1994 году в Руанде 1 миллиона представителя племени тутси племенем хуту. Говоря о геноциде, необходимо проследить за демографической динамикой конкретной этнической группы, так как в это время налицо уменьшение численности населения. Какое положение в этом смысле в Грузии? С 1917 по 1926 год жившее в Грузии этнически осетинское население выросло с 95 596 до 113 298, так на 18,5%, так как остальное население Грузии выросло с 12,9%, то есть по статистическим данным нет никакого следа геноцида. Наоборот, рост осетинского населения в 1,4 раза превышает темп роста населения республики. Интенсивное переселение осетинского населения на территорию Грузии начинается в поздние средние века. В 18 веке вообще не существовало термина «Южная Осетия», и осетин, живших на территории Картли-Кахетинского царства, грузинские цари называли «наши осетины». Однако, по утверждению российской пропаганды, Южная Осетия присоединилась к России еще в 1774 году. На самом деле Цхинвальский регион был частью Картли-Кахетинского царства, им управляли грузинские феодалы. В те времена в Цхинвале и в прилегающих ему селах осетины вообще не проживали. Основным ареалом их проживания была горная полоса Шида-Картли.
Сейчас мы находимся в селе Хурвалеты. Слева от нас оккупационная линия, проволочные заграждения, позади баннер, обозначающий так называемую границу, а в нескольких десятках метров в селе Цингара российская военная база. Оккупационный режим уже годы как контролирует эти территории, и там расположены российские военные базы. Россия старается оправдать оккупацию, в том числе и фальсификацией истории. В частности, они упоминают в 1774 год, когда будто Южная Осетия, которой тогда вообще-то не существовало, присоединилась к России, и все это объясняется мирным договором Кучук-Кайнарджи. Этот мир и вправду был заключен между Россией и Османской империи, но в 21-м пункте этого договора Южная Осетия вообще не упоминается. Согласно 21-му пункту, к России отошла Большая и Малая Кабардиния. Мы знаем, что в то время в Кабардинию входила Северная Осетия, но это никакого отношения не имеет к Цинвальскому региону. И все это видно на официальных российских картах того времени. На карте, составленной в 1784 году представителем России в Картли-Кахете Степаном Бурнашовым, Южная Осетия не существует, и эта территория – часть Картли Кахетинского царства. Надпись «Осетия» на карте, обозначенная на Северном Кавказе. В соответствии официальному атласу Российской империи 1792 года, самый южный населенный пункт Кавказского наместничества – Владикавказ, и близ него заканчивается территория России. Существует список грузинского дворянства, который прилагался к Георгиевскому трактату. Он был специально создан Ираклием II по просьбе Екатерины II. В этом списке князья, владельцы местных княжеств Шида Картли, Мачабели, Херхеулидзе, Хелтуполиашвили и другие, а также дворяне, представьте себе, если эта территория уже была присоединена к России, они же не были бы подопечными Ираклия феодалами. Это еще одно несоответствие. Очевидно, что это целенаправленная ложь. В 1801 году император Александр I упразднил Картли-Кахетинское царство, и Цхинвальский регион, как и остальная часть Грузии, перешли в состав Российской империи. В XIX веке осетины вместе с другими горными народами Восточной Грузии несколько раз восстали против империи. Например, в 1810-11 годах осетины принимали активное участие в восстановлении внука Ираклия II Леона Багратиони. После поражения восстания российская армия сожгла в Джавском ущелье 20 сел. Во время карательной операции погибло более 100 осетин. Термин «Южная Осетия» впервые встречается в 1830 году в газете «Тифлисские ведомости», хотя у этого термина не было официального значения и употреблялось очень редко. В 1843 году на территории грузинской Меретинской губернии был отделен от Горийского уезда и отдельно сформирован Осетинский округ, который состоял из участков Джава, Маленький Ляхви и Нари. Этот округ составлял примерно 1/3 сегодняшнего Цхинвальского региона. Однако это продолжалось недолго. В 1859 году Осетинский округ, за исключением района Нари, вновь возвратился в состав Горийского уезда и был назван участок Горной Осетии. В 1917 году в Тбилисской и Кутаисских губерниях проживало 95 596 осетин. Из них больше всего 61 584 в Горийском уезде. Все остальное население, которое составляло 222 693 человек. В Душевском уезде среди 670 931 населения 19 392 составляли осетины. В Горийском уезде осетины составляли большинство. В участок Горной Осетии, где среди жителей четырех сельских общин 21 073, большинство 20 414 составляли осетины. Что касается города Цхинвали, его население в то время составляло 50 033 человека, из которых этнических осетин было лишь 533.
В 1917 году в Российской империи начались большие перемены. За февральской революцией 25 октября последовал Октябрьский переворот. Кавказский регион отделился от метрополии. В Тбилиси был создан временный орган управления за Кавказский комиссариат. В Грузии большевики не пользовались популярностью, хотя применяли любой метод для захвата власти. Они искали свою опору среди уставших от мировой войны солдат и недовольных крестьян, и с их помощью создавали вооруженные отряды. В январе-феврале 1918 года большевистские выступления начались в некоторых грузинских полках, расположенных в Кутаиси, Гори и Телави, но гвардия смогла их нейтрализовать. Такие же процессы происходили и в Цхинвальском регионе. Возвратившийся с фронта Исаак Харебов создал осетинский отряд из 300 человек и начал набеги на грузинских дворян. Со временем число мятежников стало расти и превратилось в серьезную силу. Газета «Сокартвело» 14 февраля 1918 года. В селе Корниси были истреблена вся семья Херхеулидзе, даже женщины и дети. В живых остались лишь один брат, который укрылся в Хвити. За сбежавшими на коленях погнали 6 осетин, поймали, связали и увезли. Все началось так. 28 января в осетинском селе Балта состоялся митинг. Съезд постановил начать борьбу с дворянством. Спустя двое суток вооруженная толпа прошлась по селам. Абано, Абиси, Церониси, Авлеви и Кинолети. Были разгромлены дворянские поместья. Этот дом Гугутишвили, который оккупанты сожгли 13 августа 2008 года. В регионе таких домов и грузинских селищ довольно-таки много. Похожие явления имели место и в начале 18 года, когда вооруженные толпы сожгли в Горийском уезде около 30 сел. Расстреляли, пытали, сожгли десятки людей. Эти процессы носили организованный характер. В Тбилиси была создана большевистская организация Южной Осетии «Чермен», которая подчинялась Тбилисскому комитету Российской коммунистической партии. Именно посредством «Чермена» планировалось восстание в регионе. Закавказский комиссариат для урегулирования ситуации послал в регион отряд гвардейцев численностью в 200 человек под руководством осетина Коста Казиева. Казиев поставил условие сдать оружие и главарей, но безрезультатно. Тем временем в марте 1918 года на Кавказском фронте возобновились военные действия, и Закавказье стало перед опасностью османской оккупации. Во многих странах мира, и в том числе в Грузии, была сложная ситуация, было много противоречий, и в Шида Картли, наверное, было недовольство, в том числе в аграрном вопросе, которое все время пытались использовать большевики. Но никогда во время этих выступлений аграрный, социально-экономический или этнический вопрос не был решающим. Решающим был политический вопрос, и он был инспирирован извне и направлен на свержение грузинской власти, установление здесь советской власти и присоединение Грузии к России. 15-16 марта мятежники подошли к Цинвали и предъявили ультиматум правительству. Они требовали немедленного разделения земель и выдворения дворян из Горийского уезда. В Цхинвали в помощь Коста Казиеву с 200 гвардейцами прибыл комиссар Горийского уезда Георгий Мачабели. Для улаживания обстановки в Цхинвали прибыли член Закавказского сейма и председатель Национального совета Южной Осетии Георгий Гаглоев, член семейства Кирилля Нинидзе и старый революционер Сандро Кецховели. Переговоры прошли безрезультатно. Мятежники взяли Цхинвали и захватили в плен около 200 гвардейцев. Убили Георгия Мачабели, Сандро Кецовели и Косту Хазиева.
Сандро Кецхавели расстреляли перед городским судом. Тело обезглавили, проломили череп и через труп переезжали на фаэтоне. Большая часть населения Цхинвали оставила город. Толпа мятежников беспощадно разграбила город. Для восстановления порядка в уезде туда были посланы до 1000 гвардейцев. 22 марта гвардия почти без боя заняла город. После входа в Цхинвали для предотвращения кровопролития командир гвардии Валико Джугели отступившим мятежникам предъявил условия. Первое. Немедленно сдать оружие. Второе. Выдать виновников восстания. Третье. Выдать убить Коста Казишвили, Георгия Мачабели и Сандро Кецхавели. Повстанцы ответили Джугели. Оружие не сдадим. Виновниками восстания были Казишвили и Коста, Мачабели Георгий, Кецхавели, Сандро и другие. Все они в вашем распоряжении. Что хотите с ними, то и делайте. Убийцами ваших товарищей были пули, ищите их на поле боя. После такого ответа правительственные силы за несколько дней восстановили порядок в регионе. Валико Джугели телеграфировал правительству, что действовали с большой осторожностью, чтобы пропасть, появившаяся в результате провокации, не углубилась бы еще больше. Газета «Эртоба» 24 марта 2018 года, телеграмма Валико Джугели. 22 марта наша Красная Гвардия взяла под контроль Цхинвали и его окрестности. Противник отказался от боя и до нашего прихода скрылся в горах. Наша артиллерия пощадила села и забросала вышедшего с деревень противника гранатами. 28 марта руководство правительственных сил и мятежники договорились о прекращении боевых действий, обмене пленных, сдаче оружия и наказании преступников. Правда, соглашение о сдаче оружия не было выполнено до конца. В том же году перешедшие из Цхинвали осетинские большевики участвовали еще в двух восстаниях в Сачхерском и Душенских уездах. В апреле 1918 года вместо Закавказского комиссариата была создана Закавказская Федеративная Республика. Однако под воздействием внешних факторов она просуществовала всего месяц. 26 мая 2018 года Грузия вышла из Федерации и провозгласила независимость. Спустя два дня независимость провозгласили Армения и Азербайджан. В 1918-19 годах в Джаве, Роке, населенном осетинами горной части Картли, правление Республики Грузия почти не распространялось. В Джаве большевики сорвали даже выборы в земском и учредительном собрании. Тогда как в населенном осетинами других местах Горийского уезда, в том числе в Цхинвальском регионе, выборы прошли демократично. В уезде победила правящая социал-демократическая партия, которая на земских выборах набрала 90% голосов, а на выборах в учредительном собрании получила 96%. Мирной политике грузинского государства Россия всегда отвечает политикой проволочных ограждений. Так происходит сейчас и было во времена Демократической Республики Грузии. Правительство Демократической Республики Грузии старалось мирно решить вопрос осетин Шида-Картли, но Кавказский краевой комитет Российской коммунистической партии не давал ему эту возможность. Они вооружали осетин, идеологически обрабатывали, тренировали и противопоставляли. Оставляли суверенному государству. В том же периоде активно стоял вопрос национального самоопределения осетин. Но эту тему велись консультации правительством Грузии и Осетинским национальным советом. Рассматривались разные проекты, к примеру, тема кантона, тема земской единицы, но эти дискуссии завершились в октябре 1919 года в связи с началом на этой территории нового мятежа.
Несмотря на это, никто не отрицал культурных и национальных прав этнических меньшинств. Права этнических меньшинств были определены Декларацией независимости, принятой 26 мая 1918 года. Позже их права еще более четко были определены в законодательстве и Конституции Грузии. Этнические меньшинства имели право образования на родном языке, и в тех земствах, где их численность составляла 20%, дело производства наряду с государственным языком могло производиться и на родном языке. В законодательном органе Грузии были депутаты осетинской национальности. В местах проживания осетинского населения на административные должности, как правило, назначались осетины. Функционировали осетинские школы. В декабре 2018 года в Национальном совете Осетии большевики составили большинство. Они фактически не признавали правительство Грузии. Но значительная часть осетин, живущих в Грузии, не разделяла такой позиции. Газета «Эртоба» 26 февраля 2019 года на собрании тбилисских рабочих осетин постановили создать крепкий союз с деревней и объявить жестокую борьбу осетинским контрреволюционным черным силам, которые пытаются ввязать трудящихся осетин в авантюру с Северной Осетией в национальную и гражданскую войну. Немного ранее член законодательного органа осетин Александр Парниев писал в газете «Эртоба»: «Пение осетин услышало грузинское крестьянство. Оно узнало, что осетины голодают, не начало выяснять, кто ты, откуда прилетел, на каком языке пел. Жили в братстве. Я думаю, те, кто мечтают о создании независимого осетинского государства, или ничего не понимают в мирских радостях и невзгодах, или хотят нарочно столкнуть между собой грузинскую и осетинскую демократию. Из-за антигосударственной деятельности в мае 2019 года центральная власть Грузии распустила Национальный большевистский совет осетин. Большевики-члены Совета укрылись в горах и призывали к восстанию живущих в долине осетин. Однако их призывы не возымели успеха. Газета «Эртоба» 5 июня 1919 года. «Они все замутят и сами скроются в горах. Нам нечего делить с грузинами. Мы с ними живем мирно и впредь будем так жить. А джавцы пусть уходят куда хотят». Весной 1919 года в гражданской войне в России преимущественно перешли на сторону белых. Войска Антона Деникина захватили Северный Кавказ и начали марш на Москву. В связи с этим Кавказский краевой комитет Российской коммунистической партии тайком перевезли из Владикавказа в Грузию, где он начал подпольную деятельность в Тбилиси. Осенью, ко второй годовщине Октябрьской революции, комитет решил устроить большевистский мятеж. Но грузинские спецслужбы за два дня до начала мятежа арестовали предводителей. Восстание не состоялось, но об этом большевики не успели предупредить регионы. Маломасштабные восстания произошли в Гурии, Лагодехе и в Самтреде. Антигосударственные демонстрации начались в Рокском осетинском сельском обществе и объяли часть сел Шида-Картли. Это происходило не только в Шида-Картли, такие выступления происходили и в других регионах. Везде звучали требования установить советскую власть. Разумеется, население имело право требовать советскую власть, но мирным путем. Когда ты что-то требуешь и берешь в руки оружие, это уже антигосударственное выступление. И эти мятежи в Шида-Картли надо рассматривать наряду с другим восстанием.
Во время войны 2008 года российские войска оккупировали Гори, город, который является стратегическим центром Шида-Картли, город, где проходят все важные транспортные коммуникации. Захват Гори был целью осетинских отрядов и в 2019 году, но правительственные силы смогли легко их отбить. А после освобождения долинных сел Джаву и Роки захватили вообще без боя. После этого предводители мятежа перешли на Северный Кавказ, а войска начали разоружение населения. В целостности в Горийском уезде у населения было изъято около 5000 единиц оружия. Выписка из воспоминаний лидера восстания Цицка Абаев. Начали разоружать крестьян, но им удалось собрать лишь незначительное количество оружия. Большинство вооруженных скрылось. Мате Санакоев, мы подготовились к тому, чтобы негодное оружие сдать, годное зарыть, рядовым членам партии остаться на местах, а ответственным товарищам уйти в подполье, что и было выполнено 6 декабря 2019 года. По обвинению в участии в мятеже военно-полевой суд осудил 300 человек. Расстреляли 9 человек. В том числе одного из лидеров восстания Знаура Айдарова. Позже в советское время его именем был назван Корнийский район. По информации полевого штаба, во время подавления восстания имели место отдельные перегибы. В частности, одна группа Кахетинского батальона гвардии крала у местного населения домашних птиц и скот. Для расследования дела была создана специальная комиссия. В начале 1920 года в российской гражданской войне преимущество перешло на сторону большевиков. К концу марта ситуацию на Северном Кавказе уже контролировали красные. 2 января Советская Россия потребовала от правительства Грузии совместные действия против Деникина. Однако Тбилиси отказался вступить в гражданскую войну России. Ответ Кремля был незамедлительным. Выписка из доклада Владимира Ленина 2 февраля 1920 года. Мы предлагали Грузии и Азербайджану заключить соглашение против Деникина. Они отказались, ссылаясь на то, что они не вмешиваются в дела других государств. Мы посмотрим, как будут смотреть на это рабочие крестьяне Грузии и Азербайджана. Россия планировала вторжение в Закавказье путем мятежей, подготавливала соответствующую почву. 17 марта Ленин послал членам Революционного военного совета Кавказского фронта Смигле и Орджоникидзе телеграмму следующего содержания. «Взять Баку нам крайне необходимо. Все усилия направьте на это. Причем обязательно в заявлениях быть сугубо дипломатичными и удостовериться максимально в подготовке твердой местной советской власти». Тоже относится и к Грузии, хотя к ней относиться советую еще более осторожно. Преемница Красной Армии, Российская Армия, сегодня расположена в предместье Цхинвали на этих руинах. Однако в начале 1920 года российских войск пока еще не было на территории Закавказья. Они готовились к вторжению. 20 марта 1920 года командование Красной Армии послало Ленину докладную записку. По их мнению, вторжение Красной Армии в Закавказье очень помогло бы революционное движение в закавказских республиках. 22 марта вышла вторая директива оккупации Баку. 1 апреля эта директива была уточнена. В директиве было указано, что так отношения с Грузией еще не определены, Кавказский фронт на этом этапе должен быть лишь наблюдать за грузинской границей. 23 марта во Владикавказе Кавказский краевой комитет Российской коммунистической партии принял решение создания революционного комитета Южной Осетии, вооруженного отряда и провозглашения в Южной Осетии советской власти. Выписка из воспоминаний осетинских большевиков. Чермен Бегизов.
В целях вооружения и ускорения подготовки к восстанию в средних числах марта 1920 года почти все организации Южной Осетии были переведены в Северную Осетию. На месте в числе очень немногих, согласно решению окружного комитета, остались Ирокская организация «Парторганизация» с частью членов и председателем райкома. Решение это было вызвано необходимостью держать под своим контролем перевал Ирокского района. Васил Санакоев. В марте 2020 года, когда Красная армия подходила к Владикавказу, я вместе с остальными товарищами, до 400 человек, перешли через Зикарский перевал в Северную Осетию, чтобы здесь вооружиться и поскорее двинуться обратно против меньшевиков. 28 апреля в Баку власть перешла в руки большевиков. Параллельно с этим в столицу Азербайджана вступила Красная армия. На второй день после взятия Баку большевики Рокской общины арестовали местного комиссара и администрацию. В начале мая 1920 года передовые части 32-й дивизии 11-й армии атаковали грузинский батальон, стоящий на грузино-азербайджанской границе около Красного моста, и на несколько верст вошли вглубь страны. Это уже означало войну против Грузии. В то время как 11-я армия наступала в направлении Красного моста в начале мая 1920 года, операция продолжалась примерно 3 недели. Одновременно в регионе Шида-Картли началось вооруженное восстание. Естественно, за этими событиями стояла Советская Россия. При этом надо учесть, что в конце апреля, начале мая, в Тбилиси была попытка мятежа, когда попали на военную школу с 1 мая 1920 года, когда проводилась демонстрация трудящихся. Там тоже была попытка большевиков превратить эту демонстрацию в антигосударственное выступление. Так что это была хорошо спланированная операция с разных направлений. И в том числе был мятеж в Шида-Картли. 6 мая, согласно директиве Кавказского краевого комитета Российской коммунистической партии, Ревком Южной Осетии в Рокском районе объявил советскую власть и присоединение к России. Это было нарушение суверенитета Республики Грузия. В то время, когда государство было ввязано в оборонительную войну. Несмотря на это, правительство Грузии попыталось мирно решить проблему. Перед правительством Демократической Республики Грузия было много вызовов, как внешних, так и внутренних. И им приходилось решать несколько вопросов одновременно. На какие уступки бы они ни шли, на какие компромиссы, все равно нашлись бы силы, поддерживаемые финансированием враждебно настроенными Грузии государством, каким являлась Советская Россия. Факт, что мы бы не смогли избежать эти мятежи, так как это была часть хорошо спланированного движения. Выписка из воспоминаний осетинского большевика Александра Тото Гаглоева. «Мы объявили Рукский район на военном положении. Меньшевики подослали к нам делегатам Цхурбаева, Тото и других, предлагая мирные переговоры. Они хотели перехитрить нас, выиграть время. Делегатам меньшевиков мы ответили, что ведем революционную борьбу не против грузинской нации, а против грузинской осетинской контрреволюции. Член военного совета Кавказского фронта Серго Орджоникидзе телеграфировал Ленину и Сталину, что все шло по плану, и не позднее 15 мая Красная армия была бы в Тбилиси. Международные обстоятельства работали против Москвы. В войне против Польши большевики практически потеряли Украину. В Крыму набирало силу белое движение. К этому добавилась нота протеста Британии. Министр иностранных дел Британии лорд Керзон требовал от правительства Ленина прекращения боевых действий в Крыму и на Кавказе.
Тем временем грузинская армия остановила наступление красных и отбросила противника. 6-7 мая по поручению Центрального комитета партии Сталин дважды говорил с Орджоникидзе и с учетом международного состояния потребовал прекратить наступление на Грузию. Кроме того, Сталин передал Орджоникидзе, чтобы мятежники временно сберегли собственные силы, дабы лучше включиться в будущие сражения. 7 мая в Москве был заключен российско-грузинский мирный договор. Согласно договору, Россия отказывалась вмешиваться во внутренние дела Грузии, признавала независимость Грузии, ее территориальную целостность и в том числе Горийский уезд в полном. 15 мая около села Кошка между осетинскими большевиками и гвардейской разведкой произошло маленькое столкновение. Этот инцидент осетинские большевики окрестили как нападение на Советскую Россию. Молниеносно поступила и нота министра иностранных дел России. 17 марта Чичерин писал правительству Грузии, что нахождение грузинских войск в Южной Осетии, где была объявлена советская власть, вызывало беспокойство. Чичерин требовал вывода грузинских войск с территории Южной Осетии, так как, по его мнению, это было вмешательство в дела Советской Осетии. «20 мая в ответной ноте Евгений Гигичкорий заявлял, что в Грузии не существует Южной Осетии. Существуют лишь осетинские села в Горийском уезде, и эта территория расположена южнее установленной грузино-российской границы». Гигичкорий призвал Чичерина вовремя отвести советские отряды из Роки. Выписка из директивы председателя Южно-Осетинского областного комитета Владимира Санакоева, предназначенной секретарю этого же комитета Александру Джатаеву. Директива знакомит Джатиева с тактикой переговоров с грузинским правительством. «Предложи им непременным условием отозвать войска к их исходным пунктам. Укажи, что ближе к Гори войска никогда не стояли и не должны стоять. С нашей стороны в этом случае нападений не будет, разумеется, до поры до времени. Весь первый полк получил уже винтовки, формирование второго полка почти закончено. У всех, безусловно, неодолимое желание поскорее двинуться, но обстоятельства сложились так, что смерть меньшевиков оттягивается на некоторое время. Несмотря на напряженную обстановку, правительство Грузии не вводило в регион дополнительных войск. 28 мая во Владикавказе вторая конференция Южно-Осетинской организации Российской коммунистической партии послали ленинскому правительству меморандум. Они объявляли так называемую Южную Осетию неотъемлемой частью России и требовали присоединения к России. Центральная власть России не давала официальной санкции для нападения на Грузию. Однако они два месяца готовили во Владикавказе осетинскую бригаду. 31 мая осетинский отряд под командованием Мате Санакоева направился в Грузию. 4 июня возле села Нари осетинская группировка разделилась на три части. Две группировки через Рокский и Зикарский перевал перешли в Горийский уезд. Третий отряд направился в сторону Рача и занял села Кемулата, Цона, Теделати, Часавали, Цедиси. Полковник Инскервели с одним батальоном из Они перешел в контрнаступление и вытеснил противника из села Цедиси. Тем временем отряды, перешедшие с Роки и Зекари, с двух сторон атаковали батальон гвардии и заняли Джаву. По информации Санакоева, кроме утонувших в Лиахве, в этих сражениях было убито 79 грузинских солдат. Мятежники из местных жителей дополнительно создали еще 4 новых сотни и 8 июня после небольшого сражения взяли Цхинвали. К этому времени у них уже было 2000 вооруженных красных партизан.
Выписка из воспоминаний Матеса Анакоева, где он касается планов на будущее. Я составил такой план. Занять город Гори с налета, линию Закавказской железной дороги от Гори до Сурамского тоннеля, разрушить железнодорожные мосты и паромы через Куру и укрепить проходы, объявить общую мобилизацию, ударить в тыл частями противника в Дарьяльском ущелье, установить связь с городом Владикавказом, а затем ударить по противнику в Онском районе. Ревком Осетии не поддержал план Санакоева о продолжении похода 8 июня. В Цхинвали была провозглашена советская власть. От Они до Душетии и было высказано желание присоединения региона к Советской России. Мятежники послали призыв, стоящий на Северном Кавказе 10-й Красной Армии, где требовали ввода Красной Армии на территорию неотъемлемой части России, Южной Осетии. Газета «Эртоба» 11 июня 2020 года. Справка Генерального штаба 10 июня. Дополнительно получена информация, что осетинские банды отбирают продукты у местного грузинского населения, устраивают разбой и беспорядки. Государство долго терпело происходящее в регионе. Государство простило осетинским боевикам мятежи 1918-19 годов. Государство простило осетинским боевикам срыв выборов учредительного собрания в горных районах Шида-Картли. Государство простило им неуплату налогов, но то, что происходило в мае-июне 1920 года, перешло всякие границы. Это был удар в спину в условиях войны, и это было объявление частью Советской России, исконной части Грузии. Это было антигосударственное восстание, инспирация которого происходила с севера из Советской России. Произошла не только инспирация из России, перешли военные формирования. Оттуда поступило оружие. Фактически можно сказать, что это была диверсионная операция Советской России против Грузии. И естественно, что Грузия защищала себя. И туда были переброшены военные силы, так как другого выхода не было. Переговоры вошли в тупик, и единственной возможностью, чтобы государство защитило сограждан и территориальную целостность, было применение силы. 8 июня началась переброска частей гвардии от азербайджанской границы к Гори. 10 июня в Гори собралось 8 батальонов, включающих 3230 пехотинцев. Кавалерия, включающая 300 всадников и 2 неполных артиллерийской батареи с 6 орудиями. Войско разделилось на 4 колонны. В 9 утра 12 июня правительственные войска одним наступлением освободили Цхинвали. 14 июня грузинские войска взяли Джаву, Хвце и Гери. 20 июня Роки и Часовали. И в последующие дни перевали Роки и Зекари. С 12 июня до конца операции грузинская армия не встречала серьезного сопротивления. Первые 3 дня со стороны правительственных сил в некоторых эпизодах имело место превышение полномочий. Мародерствовали и сжигали дома мятежников, что хорошо видно из дневника Валико Джугели. 15 июня на совещании командиров военных частей было принято решение укрепить дисциплину. Выписка из дневника Валико Джугели. Стоял вопрос о поджогах, мародерстве. Единогласно решили прекратить пожары, уничтожить мародерство и установить строгий порядок. И сразу стало легче. 18 июля восставшие обратились за помощью к Ленину и Чичерину. Они напомнили, что восстание начали согласно директиве Кавказского краевого комитета Коммунистической партии.
Но Кремль не хотел вмешиваться в дела восставших, которые были на пороге поражения. 7 июля Политбюро Российской Компартии утвердило инструкцию действий на Кавказе. В инструкции было сказано, что они не должны поддерживать восставших. Это объяснялось сложным политическим положением в России и во всем мире. 14 июля посол России в Грузии Сергей Киров заявил, что Россия не имеет ничего общего с мятежниками. И вообще гражданская компартия не признает Южно-Осетинский окружной комитет. На самом деле в Москву член этого комитета Раздену Казаеву Ленин в личной беседе сказал: «Дорогой товарищ Горец, вы, наверное, не успеете доехать до своих гор, как меньшевики будут за Черным морем. Не волнуйтесь, езжайте обратно в Южно-Осетинский боевой организации, передайте привет». 18 июня во время боевых действий Комитет по обороне Грузии принял решение об упразднении села Роки. Убежавшие из страны мятежники, осетины, не должны были возвратиться обратно. Также вытесняли из страны их сторонников, из Джавы и близлежащих ущелий. Но на их месте должны были быть заселены грузины. Лояльные государству осетины оставались в своих деревнях. Пострадавших во время боевых действий осетинам государство обязывало выплатить компенсацию из бюджета республики. Сомнительные личности были переселены в другие районы Грузии, хотя на практике этот пункт не был выполнен. Как видно из этого постановления, выселение части живущих в Грузии осетин было вызвано не этническими мотивами, а их антигосударственными действиями. Эти люди составляли меньшинство этнически осетинского населения Грузии. В Северную Осетию переселили или сами убежали чуть более 20 тысяч осетин. Именно это число фигурировало в переписях руководителей восстания между собой, а также в посланиях Ленину в 1920 году. То же число находим в протокольных записях окружного комитета Компартии Южной Осетии от 24 января 1921 года. Если лидеры сепаратистов в своих переписках и письмах Ленину говорили о 20 тысячах беженцев, то в сентябрьском номере газеты «Советский Кавказ» 1920 года писали, что за Кавказский хребет перешли 50 тысяч беженцев. После оккупации Грузии в 1921 году Ревком Осетии эти числа увеличил от 25 до 30 тысяч. В 1935 году в предисловии известного научно-исследовательского института краеведения Южной Осетии эти числа увеличили до 40 тысяч. А в 80-х годах в письме посланнику генеральному секретарю Компартии СССР Юрию Андропову их количество возросло до 75 тысяч. Столь частое изменение и манипулирование цифрами в разных годах явно указывает на то, что этот вопрос всегда был темой для спекуляции. Надо также отметить, что мирную жизнь в Первой Грузинской Республике продолжали 75 тысяч осетин, и их никто не беспокоил. Существует много примеров мирного сосуществования грузин и осетин, особенно в Тбилиси и в тех регионах, где они не проживали компактно. В этническом плане между грузинами и осетинами не было различия. Между ними были родственные связи, были смешанные браки, они работали на одних предприятиях, крестили друг друга. Это и обуславливало их мирное сосуществование. Многие осетины были объединены в социал-демократические рабочие партии, они сочувствовали правящей силе. В периодической печати есть много материалов, где видно, что многие осетины отмежевались от действий своих соотечественников.
Газета «Эртоба» от 6 июля 1920 года. Осетины, жители Горийского уезда, Хашурского района и Цеми, обратились к председателю правительства. Мы, жители вышеупомянутых районов, заявляем, что у нас нет и никогда не было никакого отношения к восстанию Горной Осетии. Напротив, мы всецело осуждали их и считали, что оно губительно для осетин. Банды перенесли свои действия в наш район, но мирное осетинское население не только не приняло участия в них, а само от них пострадало. Как и число беженцев, число погибших также стало темой для спекуляций. 20 июня в Цхинвале расстреляли 13 участников восстания. Лидеры сепаратистов писали, что правительственные войска не щадили даже бежавших, в том числе стариков, женщин и детей. Хотя стенограммы Горийского уездного земского съезда от 6 июля 2020 года показывают другую картину. Очень усложнилось состояние бежавших на север осетин. Голодные и обессиленные, они не могли продолжать путь. Пока что их кормит полевой штаб. Если изгнание осетин имело организованный массовый характер, тогда почему их кормил полевой штаб? Население Северной Осетии враждебно встретило беженцев из Грузии. Выписка из воспоминаний Матеса Накоева. Из Северной Осетии поступили тревожные вести. Контрреволюционно-бандитские элементы грабили стариков и женщин, убивали, воровали скот, похищали девиц, отступивших повстанцев. В 1920-21 годах в переписках лидеров осетинских большевиков с Лениным и Ревковым Грузии заявляли, что среди переселившихся в Северную Осетию распространился тиф и холера, что повлекло смерть нескольких тысяч беженцев. Конкретное число погибших – 4812 человек – впервые было зафиксировано в русскоязычной газете «Заря Востока» номер 575 от 1924 года. Газета писала, что в Южной Осетии меньшевистское правительство при участии англичан убило 4812 человек. Следом эти данные повторил комиссариат соцобеспечения Южно-Осетинской автономной области в докладной записке, посланной Центральному комитету Компартии СССР от 24 сентября 1925 года. Те же данные были опубликованы в осетинской газете «Хурзарин» номер 21 от 1928 года, хотя здесь формулировка уже уточняется. По утверждению газеты, 669 человек были убиты во время боевых действий, а 4143 погибли в изгнании. В докладе Центрального комитета партии Осетии от 1929 года появилась новая формулировка. Согласно докладу, во время проведенного меньшевиками военной операции, гражданской войны, эпидемии в России, погибло 4812 человек. Списка погибших в те годы не существует, поэтому в точности нельзя сказать, сколько осетин погибло во время событий 2020 года. И этот вопрос часто является предметом для спекуляции. Советская Россия, поначалу подстрекавшая осетин к восстанию, а впоследствии оставившая их на произвол судьбы, после переселения на север не смогла создать осетинам нормальных условий. Более того, она еще не раз использовала их для осуществления своих целей. Около 1500 осетинских беженцев во время гражданской войны подключили в борьбу с белым движением. Большая их часть погибла именно в этих сражениях. К примеру, в сентябре 1920 года только в бою при Бургустане, по разным данным, погибло от 300 до 600 южных осетин.
Во второй половине 1920 года Россия вторглась в Армению, достигла перемирия с Польшей, победила Врангеля и начала подготовку к оккупации Грузии. Поначалу Россия планировала взбунтовать население Грузии. Для проведения этой политики окружной комитет Южной Осетии послал 5 человек из Владикавказа в Грузию для подготовки восстания. Но план восстания внутри страны провалился, и Россия решилась на открытое вторжение и в феврале начала военную операцию. В феврале 1921 года границы республики пересекли 11-я, 10-я, 9-я армии. Вместе с 10-й армией через Кавказские перевалы и Дарьяльское ущелье в Грузию вторглась Южно-Осетинская бригада. После поражения в войне демократическое правительство Грузии уехало в эмиграцию. А оккупированная страна была объявлена Советской Республикой. В 1921 году возвратившиеся в Цхинвальский регион осетинские большевики начали насилие над грузинским населением. Отрывок из защищенного в архиве документа, который отражает тяжелое положение в регионе. Вот уже 3 месяца, как после возвращения осетин, пришлось убежать из дома. В Цхинвале сожгли 78-80 домов, а что уцелело, скот, мебель, урожай забрали в Джавский район. На наши просьбы отвечают угрозами и побоями. Погибли 32 человека, среди них некоторых сожгли, а некоторых забили до смерти. Насиловали женщин, матерей и даже детей. В результате исследований можно с уверенностью сказать, что разговор о геноциде здесь совершенно неуместен. Хотя в 1918-21 годах грузинское осетинское население действительно очень пострадало. Ответственность за эти трагические события однозначно лежит на большевиках, начиная от Кремля и заканчивая местными лидерами. И именно российская компартия вооружала и тренировала ту часть населения, которая выступала против находящегося в процессе формирования грузинского государства. Они убили военных и гражданских. Большую часть суверенного государства объявили частью России. Грузинское государство старалось решить проблему мирным путем, но в 1920 году после третьего масштабного восстания осетин государство было вынуждено дать твердый и суровый ответ. Все это, и в том числе история, давно включена Россией в свою так называемую политику мягкой силы, и которую они широко и активно применяют и в постсоветском пространстве, так называемом ближнем зарубежье. Что подразумевает политика мягкой силы? Она подразумевает фальсификацию истории, это попытка формирования коллективной памяти своих сограждан, устаревшие истории сосуществования осетин и русских, создание новой конструктивной памяти, где бы грузины считались врагами, посеять ненависть к Грузии. Эта тяжелая страница истории должна была стать для всех уроком, но, увы, жаль, что искаженным этой и так тяжелой историей российская и вместе с ней сепаратистская цхинвальская пропаганда старается посеять вражду между грузинами и осетинами.